Hi, I'm Renata Bliss and I'm your freestyle dance teacher. Здравствуйте, дамы и господа, с вами Максим Индастриал. У нас первый выпуск в новогоднем году, твою мать! И я решил начать у вас с очень интересной темы, которая быстро поможет нам найти 2019 год, твою мать. Это что еще за... Ладно, вы и так по названию видео прекрасно поняли, о чем сегодня будет выпуск. Погнали, взорвем Лего-куб! Мы сделали вот такую хрень. Внутри нее находится самая мощная петарда, которая на сегодняшний день имеется в продаже. Здесь имеется достаточно толстый слой, чтобы не вышло дно. Также сверху мы понастроили достаточно много, чтобы верх не вылетел и эта штука не сыграла роль пушки. Потому что я хочу, чтобы она разлетелась во все стороны и посмотреть, как эффектно это будет выглядеть. Для этой цели мы специально взяли с собой белый фон, чтобы как можно четче разглядеть каждую мелкую деталь, отлетающую от этой штуковины. Поэтому хорош болтать, погнали на наш полигон. Я думаю, это идеальное место для нашего эксперимента. У нас есть металлический ржавый ящик, на фоне которого будут прекрасно выглядеть разлетающиеся кусочки Лего. Ладно, на самом деле этот ящик вообще ни к чему здесь оказался, потому что мы заранее взяли с собой белый фон, потому что благодаря ему мы лучше сможем рассмотреть наш Лего-взрыв. В общем, ладно, ящик в качестве фона вообще нам ни хрена не подходит, поэтому просто переставили наш белый фон на более красивое место. Я думаю, здесь взрыв будет выглядеть более зрелищно. Итак, все камеры боевой готовности, лего-бомба установлена, осталось ее поджечь, отбежать и насладиться этим прекрасным лего-взрывом. Поехали! Ай, твою мать! Ладно, я по жопе не слопотать лего этим долбаным. Дождь из лего, мать его! Смотрите, сколько дыма. Еб! Лего повсюду. О, айфон! О, черт, айфону досталось. Ну, цел, еще снимает до сих пор. О, как вот тут, ребят? Гопроха, ты цела? Все нормалек. Камера нормалек. Фух, все живы-здоровы. Надеюсь, я тут... О, надеюсь, я тут никого не распугал. Чертов, подрывник приходит тут вечно. Всякую хрень взрывает. Ладно, давайте оценим ущерб на нашей доске. Кстати говоря, я думал, с ней ничего не будет, но на самом деле ей нехило так досталось лего-снарядами. Даже я на спине почувствовал взрывную волну после такого взрыва. Петардочка все-таки не слабенькая у нас оказалась. Да. Ну вот что может произойти, если вы окажетесь рядом со взрывающимся лего-снарядом. Посмотрите только, насколько мощные осколки, как они... О, охренеть, да. А не такой уж и безопасный лего-конструктор оказался, как мы могли подумать. Все-таки даже я не ожидал такого супер-крутого эффекта. Посмотрите только, вот лего. Вообще на мелкие осколки поразбивало. Так, вот с этой стороны, вот с обратной стороны. Посмотрите, просто насквозь порасшибало. Блин, опасную хрень мы сегодня сделали. Так что не вздумайте повторять такой эксперимент. Ну его нахер, это очень опасная хреновина, как оказалось. Ну его в жопу так экспериментировать, конечно. А я-то думал, она хорошим фоном послужит. А в итоге не фон, а просто мишень для лего-шрапнели. Лего-шрапнели, блин, придумают же, а? Ладно, оценили обстановочку после взрыва. Теперь самое время посмотреть, как это все выглядело в слоу-моушен. Ёб! Просто, блин, почему айфон шибло? На нем самый эффектный кадр получился. Охренеть!
Охренеть, вот это красотень, блин, даже я такого не ожидал. Я думал, будет очередная псевдо-хреновая бабахалка и все. Но эта петарда проявляет себя круче всего в наших выпусках, я доволен. Итак, дамы и господа, на этом мы заканчиваем наш выпуск. Don't try this at home, ребятки, это опасная хрень, мы профессионалы и знаем, что делаем. Мы этим занимаемся уже не в первый год и не в первый раз, поэтому не вздумайте повторять подобное дерьмо у себя. Понятно? А надеюсь, вам понравился сегодняшний взрыв. Если у вас есть идеи по поводу того, что еще можно так круто взорвать, пишите об этом внизу в комментариях. Самые крутые варианты мы рассмотрим и обязательно примем к сведению и исполним в следующих выпусках Bad Science. А на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Подпишитесь на наш инстаграм, там выходит очень много интересного дерьма. И оставайтесь с нами. Сколько соплей, а? Зима пришла. На связи. А на этом я заканчиваю данный выпуск. Всем спасибо за просмотр. С вами был Bad Science. Увидимся в следующем крутом взрыве. Пока.